Всем приветик. Стюш. Да, это Насте только что попалась в киндере. Такая вот девочка. И хотела показать вам наши покупки. Были только что в магазине. Купила такие фрукты замороженные. Там клубника, малина, вишня. Что-то еще, смородину или что-то такое. Не знаю, или на компот, или так куда-то добавлю. Купили лазанью. Сейчас буду ее быстро запекать, чтобы было на утро. Купили сыр фету. Насте печеньки. Чай. Насте сок, она его уже начала. И купила я себе хлопья. Такие купила вот с корицей. И такие лайн попробую с молоком. И сосиски. Ну и водичку. Да, Настюш? Настя у нас чуть-чуть приболела, у нее сопли, да? Угу. Поэтому мы пока дома сидим. Так что так вот. Посмотрите на эту красоту. Какое оно вкусное на вид. Сейчас покажу, что внутри. Вот что внутри. У меня не получилось красиво порезать, но... Короче, это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Кстати, вчерашние ягодки, которые мы купили. Там клубника, вишня, вот эти замороженные. Они разморозились за ночь. И я вот добавила Насте в йогурт. Сейчас оно все подогреется, пока Настя спит. И потом Настя проснется и покушает этот йогурт с ягодками. Кстати, очень вкусный, реально. Очень-очень. Я уже там почти все тоже съела чуть-чуть. И вот Насте еще осталось. Кстати, мы никогда не брали замороженные ягоды. Не знаю почему. Ну, допустим, вот сейчас нету там свежих. Ну, или оно стоит очень-очень много. То вот эти замороженные очень... Так, ничего, так вкусно. Себе я сделала вот эти вот хлопья с корицей. Кстати, очень-очень вкусные. Они именно такие сладкие. Именно очень корицей чувствуются. Ну, я их молоком чуть залила. Покушаю. Дала Насте попробовать. Насте вообще не понравилось. Я не знаю, у меня Настя вообще не по сладкому. То есть там шоколадки она не ест. Какие-то там... Вафельки с шоколадом ей тоже не нравятся. Ну, то есть я ее не приучала к, ну, с детства к вкусностям, к шоколаду. Она его и не ест. Ну, это, конечно, хорошо очень. Но она даже такие вот хлопья ей даже невкусные. Там печеньки только она может кушать. Ну, или вот она в самолете ест вафельку. Это, наверное, единственная вафелька, которую она ест с шоколадом. И все. Странно. Сейчас хотела вам сказать, я уже покушала. Я вчера пробовала вот эти лайн. Ну, короче, вкусно. Они такие, как бы, сладкие, но вкусно. Тут карамель и шоколад. Но, кстати, вот эти с корицей мне почему-то понравились больше. Не знаю, почему. И вообще, я не любитель вот этих всех хлопьев. Ну, не знаю, как-то так. Ну, вот это что-то мне захотелось, и я решила попробовать такие, потому что обычные я вообще их не, ну, съем там один раз, и все, остальное пачка у меня лежит. А вот такие какие-то хотела новые попробовать. Ну, так, ничего. Ну, пока мои любимые, наверное, вот эти вот с корицей. А еще я жду посылочку с Makeup.pl. И вот, думаю, надеюсь, что скоро ее принесут. Короче, жду курьера. Настюша у нас там с падки легла днем. И это. Она вот любит, чтобы у нее такие вот домики были сверху. Поэтому мама сделает домики. Получается, когда вот этот свет выключается, то ей там темно, и она как в домике. Это я включила, чтобы вам показать. Да, Настюш? Ну, у Насти так и есть насморк. Мы там капаем носик. Да, Настюш? Да. Настюш, выздоравливай, у тебя скоро день рождения. Ты помнишь? Помнишь? Ну так, что ты болеешь в день рождения? Ты что? Нельзя? Да? Кто подарки будет открывать? Мама.
Почему мама? У кого день рождения? Ну так ты будешь открывать подарки, так что давай, не болей. Ну ладно, давай там спи. Ура! Мне пришла посылка. Так, давайте откроем. Ну, там, честно, там немного я всего заказывала. Там совсем чуть-чуть. Там тушь. И дезодорант. И все. Ой, ой. Так. Такой вот дезодорант себе заказала. И тушь. Знаменитая Maybelline Lash Sensation. Ну что, попробую, потому что отзывы вообще прям какие-то шикарные про нее. Попробую. Смотрите, чем Настя занимается. Настя тоже любит посылочки, да, Настя? Я люблю посылки. Настя любит эти вот кулечки. И белые, и такие серые. Настя, он фиолетовый. Нравится? Ой, Настя, надо тебе сделать прическу, а то это ужас какой-то на голове. Давай я тебя заплету, давай. Все, сделала Настя обычный хвостик, повернись. Да, не буду я сейчас уже ничего делать, но скоро уже спать идем, да, Настюшек? И папа придет. Да, сейчас папу ждем. А еще мама сидит, и ты все, мама, я думаю, а Крис и папа, это все, У нас тут Настюша играется. Наклейки. Да, наклейкой. Больше игрушек нету, да, Настя? Угу, но я шумку один. Я шумку. А принцесса, я не пачу его, потому что... Ага, она тут принцессы выстроила. То их домик? Ну, это жаба. Ну, такая, я тут Юна. Я так могу полететь. Угу, ясно. Окей, не отвлекаю. Все, я попробовала новую душ, у нас уже следующий день, да. Всем привет еще раз, не знаю уже какой раз, ну ладно, неважно. Лучше поздороваться много раз, чем не поздороваться вообще. Вы посмотрите на эту тушь, посмотрите на эти ресницы, они разделенные, красивые. Почему я не покупала эту тушь раньше, я не знаю, реально. Ну вообще она не склеивает их. Короче, мне очень понравилась вот эта Maybelline. Я где-то делала шарфик. Свитерочек, джинсы и у меня ботинки. Настюш, отойди. И у меня ботинки обычные. Это мы с Настей собрались в магазин. Да, сейчас пойдем в магазин. Настюш, покажись. Да. Хоть у Насти там чуть-чуть насморк, но я думаю, это ничего страшного. Она себя хорошо, прекрасно чувствует, поэтому это нам не мешает пойти сейчас в магазин. Наконец-то дошли мы до Ашана. У меня уже даже тут каши. Каша, мандарины такое. Настя выпрашивает машинку. Покажи. Зачем тебе такая машинка? Тут их много, очень. Еще смотрите, какие платьички красивые. Настюш, ну это совсем для маленьких. Идем что-то другое посмотрим. А, спасибо. Настя тележку вообще не отдает. Опять Настя в машинках. Настюш. Смотрите, какой пылесос. Ну, игрушечный. Типа мусор собирает. У нас Настя прицепилась к вот этому вот коту. Кажись. Вообще его не отпускает. А это получается такая штучка твердая. И он, наверное, ходит. Там пишется, короче, что он ходит. Как-то он ходит с этой штукой. Настя его вообще не отпускает. Я тут уже стою минут 10. И уговариваю ее оставить. А я хочу папа, спать этим домом. Настя, он твердый, ты с ним не сможешь спать.
Мы уже дома, Настюша там у нас кушает гречку с молоком. Сейчас еще покушаем мандаринки. Я съем кашу и молоко, и я еще съем мандаринки. Хорошо, да. И пойдем спатки. Угу. Да, еще там кое-что Настей купили на день рождения. И в планах... Зайчика! Настя, тихонько, посмотришь потом. И это, еще там кое-что, наверное, хотим, не знаю. Посмотрим. Да, так что, вот так вот. Спасибо, что нас смотрели. Спасибо, пока. Пока-пока.